Детки А собираются в садик. Мы это одеваем куртки, шапки, потому что там ветер у нас. И мама. И мама, и ветер. Застегивайся, пожалуйста, можно даже капюшончики одеть. Там а очень нет. сильный ветер. Может сдуть голову. Угу. Нет. Да. Сегодня ветер прям. А, холодно, конечно. Сейчас. Антон уже побежал за цветами. Ну, пошли. Эти? Я сейчас вырежу, ты так их не рви, хорошо? Сейчас будем фотографироваться. Ну, чуть сюда, вот туда отойди, Антош. Иди сюда. Всех проводила, теперь могу позавтракать. Творог со сметаной, какой-то очень клевый творог купила. Он зерненый, и когда ешь, кажется, что он резиновый, но по вкусу он очень вкусный. Такое как будто маршмеллоу, знаете, немного пружинящие такие зернышки. Вот, и маленькая чашечка кофе с молоком. Ой, у Григория тут лего-город. Так, вымыла посуду. Сейчас буду готовить пюрешку. Уже начистила картошки, мою ее. А сейчас начинается самая страшная печень. Сейчас буду как-то в сметане ее тушить, пробовать. Так вот, порезала печень. Здесь еще оказалось в пакетике одно легкое и половина сердца. Так что вот здесь теперь вся эта красота будет обжариваться и будет тушиться с луком, с морковкой и со сметаной. И сейчас еще посолю, поперчу. Не знаю, что из этого получится. Ну, Гришка сказал, что пахнет вкусно. В общем, запах это уже немаловажно. Пик-пик-пик. Все, у нас обед. Пюре, печенка тушеная и салат с огурцами и с редиской, и с петрушкой. Ну, как будто бы из молока. И из закваски. И вернули нам виноград. Гриша поставил его сюда. Сейчас ждем папу на обед. Посмотрим, что он нам на него скажет, да? Если что, пожалуйста, не пыли контору. Все, собираемся в школу. Сегодня пятница. Цена, а ты вообще сегодня расчесывался? Так будь добр, пожалуйста. Я дома. Получила посылку от Оксаны Пешковой. Кардамон Клаб. Сейчас будем вскрывать. Упаковано, конечно, круто. Скотча вообще не пожалели. Я тут странно все открыла сбоку, но сейчас будем все доставать. Все тут вообще супер-пупер, как всегда, упаковывают. Уже второй раз заказываю. В общем, сейчас все по отдельности достану. Все покажу. Это шоколадик. Это шоколадик. Ну что, сейчас будем рассматривать всю посылку. Это, кстати, миндальная мука. Вот. А шоколадик вот он. Сейчас все буду открывать. Вот эти вот формочки лучше смотреть на темном фоне. Хочу сделать Гришке. Ну, это не Гришке выпускник, но, в общем, заказала несколько. Выпускник. Это формы для шоколада. До свидания, школа. Любимая воспитательница. Выпускник детского сада. И вот такие вот маленькие молоточки, маленькие инструментики. Вот такие вот, в общем, здоровские. И пистолет. Это самая главная штука. Это пистолет. Пришел еще итальянский шоколад, такой мы уже пробовали, по полкилограмма, молочный и темный, он очень вкусный, могу сказать, темный, даже Григорий ест с удовольствием и говорит, можно я тебе свои деньги отдам, чтобы ты мне еще шоколада заказала, так что, в общем, красота, будем пробовать. Агар-агар. Это зефир, мята поспевает, очень хочу попробовать приготовить мятный зефир, поэтому агар-агар готов. Глюкозный сироп 43%, он всегда нужен и для леденцов, и могу сказать, даже для пряников нужен очень. Еще миндальная мука
Мне очень хочется попробовать приготовить макароны, поэтому будем пробовать. И красители. Сейчас покажу черный и красный. Как раз вот это все было в пакетике. Здесь вот посыпка. Она-то просыпалась, но не на посылку, а прям просто в пакетик. Здесь просто заказала такие маленькие беленькие шарики для свадебных пряников. И краситель красный, который водорастворимый, сухой, очень знаменитый достаточно. И черный краситель. В общем, красный и черный. Два красителя буду пробовать. Круто. Очень счастлива. Спасибо большое за посылку. Все буду пробовать, все покажу. Больше всего хочется уже детям залить по пистолету и какие-нибудь маленькие инструментики. Слушайте, ко мне тут приехали чуваки эти. Химчистка одного ковра и одного дивана. Сейчас посмотрим, что это будет. Начнем с ковра. И тряпочки будут играть роль фильтра, на них мы все будет видно, да? Да. Опять комплимент. Молодец. Давай еще. Да-да-дам. Фото-видео на память. Да. Попрошу вас сейчас надавить на шкафчик с двух сторон, вот так вот, как будто он тяжеленький. Ага, и теперь будет всасываться. А нету сахара. А где весь сахар? Двойной прилип. В кармане у вас проверяется. Нет сахара. Нет кармана. Уже вот он. И не сахар, а сахарная пудра. Угу, круто. Можете пончик. Он даже взмолол, да? Такой насадкой пользовались. Снимайте. Где мы спим? Как вы думаете, что это? Где анкетка? Здесь тоже. Да, тоже там. Сейчас мы с вами заполним анкету. Понравился, не понравился, нужен, не нужен, хочется. Вот пыль. Вот пылесос, куча к нему насадочек. Всяких интересных. Это конский волос.
Ее тоже мыть, да? Это да. Я ем 2 часа этой демонстрации этого суперпылесоса. Закончились. Я прям аж устала уже, честно. Как они не устают? Это же постоянно у них такая работа. Все время рассказывать, пылесосить, показывать. И потом еще намывать этот пылесос так. Не знаю, они вот так тут начищали после всех показов. В общем, вот так вот и живем. И пыли стало меньше. В общем, прикольная штука, но за 200 тысяч, знаете. Причем заполняем анкету. Давайте, вам все понравилось? Вам то понравилось? Вам это понравилось? А с какой бы вы условием, вот сейчас прям, с каким бы вы условием купили? Ну вот, чтобы вот прям сейчас. 5 тысяч в месяц платить? Давайте, я сейчас позвоню, сейчас договорюсь только для вас, и вы будете платить 5 тысяч в месяц 150 лет. Еще и внукам достанется. То есть вот как бы условия продаж вот такие вот. Не просто там вот 80 тысяч первый взнос. Вы хотите 5 тысяч в месяц? Я только для вас сейчас договорюсь. Давайте, берете? И даже мужу не скажу. А то, что ему потом платить 5 тысяч в месяц, непонятно сколько лет. В общем, кто хочет, кирби найдите. В интернете почитайте. Да, и, кстати, что по поводу химчистки хочу сказать, что все-таки понятно, что нашу 5-летнюю грязь здесь за 10 минут не убрать, но... Я точно так же тут щеткой чистила, поэтому, в общем-то, видите, пятна как были, так и есть. Поэтому это все, конечно, химчистка, ну, по мне, не особого впечатления на меня не произвела. Вот даже вот это вот пятно, ну, как было, так и есть. Ну, все, детички уехали, сейчас будут заниматься делами, и это у меня пряники для крещения, на крещение. Коля, завтра все-таки будем крестить. Очень рада, очень волнуюсь, но при этом очень рада. Все прянички испеклись. Вот они, вот такие вот. Их теперь не нужно трогать, они должны именно остыть на тефлоновом коврике, чтобы отлично отошли и задник был ровный и красивый. Клею их вот по таким шаблончикам, которые я просто распечатываю из интернета. Такой вот будет ангелочек напечатанный. Нимб хочу дорисовать айсингом. Вот он, видите, такой. И золотым кондуринчиком покрыть. И крылышки, может быть, тоже сделаю из айсинга. И просто облачка. Здесь будет написано «Крещение Николая», а здесь дата. И если успею, то сделаю еще меренги в виде облачков, но это, не знаю, не точно. Мы на карате. 7:05 успеваем. Еще сегодня собрание. А по поводу чего? Ты магазин свой застегнул? Не знаю, сейчас узнаем. По поводу чего, мне интересно. Собрание? Ну это же родительское собрание. Я пойду и узнаю. Едем, какая красота. С этой стороны уже камыши прорастают. Да, молодой камыш. Обалденный закат, как всегда, очень красиво. Я каждый раз любуюсь, каждый раз разное небо, и каждый раз такое красивое. У нас уже почти час ночи, половина первого. У меня, как всегда, вдохновение. Уже творить, что-то делать, в общем-то, ночью. Сделала топперы на торт. Завтра Николай Степанович нашему крещению. Вот такого вот ангелочка распечатала на пряничке. Вот, я написала крещение на облачке, дату. И сделала облачка из безе. Тоже их вставим. Вот эти вот маленькие будут по бокам. То есть 3 дня делала торт. Я ей сказала делать голубой. И вот это вот все будет как украшение к торту. Этот ангелочек, по-моему, вообще прелесть. Даже не стала ничего не доделывать, ни крылышки, ничего. Вот мне он нравится такой, какой есть. Для меня, знаете, торты делать это одно, а какие-то вот украшения
чтобы любой домашний торт стал каким-то более интересным, необычным и понравился всем. Ну, главное, чтобы он мне нравился. Вот, потому что вкусы у всех разные. Кажется, что кому-то вкусный торт на заказ, кому-то невкусный, что-то уже не так. Но вот домашние торты, мне кажется, они вне конкуренции. А если они еще с какими-то интересными элементами, в общем... Завтра поедем украшать торт. Вначале покрестим в 10 часов Коленьку. Я волнуюсь очень-очень. Прям боюсь даже. Вот, ну ничего, все будет хорошо. Завтра в 10, к 10 на Кристины. Вечером на праздничный ужин. В общем, на сегодня все. Идем спать, дети будут смотреть мультики. И до завтра. Завтра у меня ответственный день. Я сейчас монтирую видео за 9 мая и, смотрите, ну, включаю видео, которое было в прошлом году, и тут байкеры. Вот тут прям много байкеров, если хотите, пересмотрите. Ну, я прям вспомнила этот момент, когда много-много мотоциклов классных с флагами, когда байкеры пошли возлагать к вешничному огню цветы.